Так нам надо с вами сегодня, ребята, сделать цепь. Ну, хотя бы кусочек, вот такой маленький кусочек нам надо сделать, потому что в дальнейшем мы ее будем со страшной силой использовать. Посему переходное звено, соединительное звено. Вот я загрузил эту картинку, взял, вот так нажал, сказал, что мне нужен имидж и бэкграунд. Да, бэкграунд. И взял со своего рабочего стола картинку. И вот теперь беру цилиндрик. Делаю его прозрачненьким таким. Да, и начинаю уменьшать. Так. Будет. Теперь определимся с толщиной. Пум-пум-пум-пум-пум. С толщиной мы определимся. Это S и по X, наверное, да? Я думаю, что вот такой толщины будет достаточно. Хорошо. Далее опять перейдем сюда и сделаем следующее. В Edit Mode выберем вот это и вот это. Так. Опять же сделаем прозрачными и скажем так, тут у нас будет стержень. Хорошо. А далее делаем просто, мы идем face, нет, вот bridge. Edit Loops. Все, дырка готова. Так, вам надо включить эту подсказку, да? Я не установил. Вот тебе на. Сейчас поставлю. Подождите. Вот сюда. Сейчас я вам сделаю так. Середку. Вот и пользуйтесь. Так, хорошо. Вот мы сделали. Опять же переходим в троечку. Берем теперь Edit Object Mode и говорим, что Ctrl, Shift D. И по оси какая-то у нас ось X. У нас вот так. Чудесно. Где-то вот тут должно быть у нас, да? Так, хорошо. Так они разбежались, что-то так странно. Все равно нам надо, давайте сверху посмотрим на них. Нам все равно надо сюда их вести. По иксу. Вот так. Теперь это объект мод. Обои и потянули их сюда. G по Y. Вот так. Хорошо. Ну, теперь посмотрим с этой стороны. Давайте потянем наверх. Всю картинку вот так. Хорошо. Получилось.
Итак, далее мы должны объединить эти две вещи в одну. Ctrl-J. И пойти в Edit. Вот. Где для достижения наших целей. Да елки, что ж такое-то? Мы должны с вами выбрать полигончики. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Так, 5 это неровное количество. Вот это с этой стороны 3, 6. Значит, 6, да? И тоже раз, два, три. 4, 5, 6. Хватит ли нам этого? Или нам надо еще одной? Семь, семь по одной. У меня ни одной. Вот так. Так. Ну а сейчас мы просто пойдем Edge и скажем, где у нас. Вот. Соединить. Вот так, да? Так. Ну и посмотрим сейчас, насколько оно совпадает с нашими желаниями. Что-то, мне кажется, многовато получилось. Но пока мы будем ее это соединять сейчас. Так, с вами поступим следующим образом. Ctrl-R. Так. Теперь так будет нормально, нет? Я думаю, да. Так будет нормально. Даже многовато мы сделали. Наверное, достаточно вообще одной. Или двух. Вот так. Угу. И теперь ребра выделим эти. Вот этот S и сожмем его чуть-чуть. Так вот. Все отлично. Так, это у нас первое, да, получилось. Далее смотрим, что у нас тут. Первое у нас получилось. Теперь нам нужны второе. То есть, как я понимаю, это у нас вот. Теперь нам надо маленькое звено сделать. Тоже таким же способом, без проблем. Сейчас сделаем. Ну вот, пока что я решу сделать так, что я возьму вот этот цилиндр. Зачем он здесь empty?
и понять не могу. Вот так уберем пока ее. Так вот. Так. Теперь мы ее отодвинем. Выделим. Сверху посмотрим. И куда-нибудь отодвинем в стороночку. По иксу. Ну, вот так, допустим, да? Вот так. В принципе, мы сами выбираем, какая у нас будет цепь. Правильно? Пивот мы посадим сейчас вот этот вот сюда в центр. Для этого объект. Тогда курсор. Вот он встал. И теперь уже не боясь идем модифер. Берем mirror. И говорим по оси Z. X нас не интересует. Вот так. Хорошо. Давайте глянем, насколько большие там эти. Так, это интересно. Насколько большие здесь звенья, вот эти, вернее, эти толстушечки. Хорошо. Пока отключаем. Чуть-чуть раздвинуть вот так. Ну, теперь надо нам цилиндрики поставить, правильно? Цилиндр. Цилиндр. Какой здоровый цилиндр там. Давайте уменьшать его будем. Так, пока он нам не подойдет. Я думаю, я так. Развернем по оси Y. Это rotation Y 90 градусов. Вот так. Вот он встал. Прекрасно. Теперь можем его и подвинуть. Давайте его сверху посмотрим. Подвинем сверху. О, так он еще и хорошо. Мы его раздвинем. Если на то пошло. Так. И теперь двигать надо G по оси Y. Допустим, вот так и посмотреть, как это будет. Нет, так не годится. Посему двигаем сюда. Назад. Смотрим. Ну что, вполне. То же самое выделяем, пивот складываем. Ага. Как всегда, P, select P, вот так, чтобы освободиться от зависимости. Но же надо еще тут сейчас промиррорить. У этого есть mirror? Да. Надо нажать apply. Ничего не хочет. Ладно. Это вот здесь будет. Все эти работают здесь. Теперь вот этот, скажем, пивот у нас будет курсор. Вот он, сюда ушел. Прекрасно. И мы его просто-напросто тогда делаем дыдым. Это означает,
Мир Баси. Баси Игрек. Получилось. То есть первое звено у нас готово. Да, но технически мы с вами ошиблись. Давно не ездил на лесопеде. Так, давайте мы сделаем так. S по оси X. Тогда исправим эту. Так. Хорошо. А в самом этом объекте, вот тут. Тут. Да что ж такое. И тут. Мы возьмем и сделаем вот такой шпынек у нас будет, да, проходить через внутрь. Так, и так, и так. И поэтому мы спокойненько скажем моделинг. Моделинг. Причем есть моделинг. Итак, моделинг. Так, и скажем ему. Edge дырдочки. После этого мы с вами возьмем еще цилиндр. Какой-нибудь такой вот цилиндрик. Ну, для порядка развернем его сразу, ротейшн сделаем по Y на 90 градусов. Чего мы тут будем стесняться, да? Так. И уменьшим ее до нужной нам величины. Так. А нужная нам величина будет видна, когда мы сделаем следующее. Вот так раз. И подтянем, тянем, подтянем по Y. Вот. Так, да? Нет, нам надо троечку. По Y потянем. И уменьшаем вот до этого состояния, смотрим неровно, угу. Прекрасно, теперь вытягиваем по иксу с таким учетом, что у нас станет еще одна пластина, и он должен чуть-чуть выходить из себя. Представим себе еще одну пластину, и он чуть-чуть. Ну, может быть, это многовато, ничего, попробуем сейчас еще убрать чуть-чуть. По оси X. Только по оси X. Так, теперь забросим все его ненужные. Нет, L. И сбрасываем ненужные трансформации. Для чего нам это надо? А для того, чтобы здесь сделать bevel. И применим B. Ctrl-B. Вполне достаточно такого. Все, и вот оно, звено готово. Остается только сделать точно такую же крышечку и скреплять звенья сколько угодно.
Скажем, нам нужно такой вот цилиндрик, только чуть побольше, чтобы щель была. Поэтому так сейчас и сделаем. Цилиндрик. Где у нас цилиндрик? Вот он цилиндрик. Ротейшн сделаем по 90. Уменьшаем. Приблизим. И я бы хотел это подвинуть вот сюда. Но сжать, естественно, это слишком большой цилиндрик. Так, я хочу, чтобы тут чуть-чуть вот только дырка была, и все. Вот так. Отверстие, отверстие, ребята. Не забывайте, что это отверстие. Так. Ладно. Где потеряли это отверстие? Вот оно. Тянем его по X, GX, сюда наружу. Ну, а тут применяем обычную систему. То есть говорим так, где у нас скорость, скажем, из чего нам надо извлекать, вот отсюда, и скажем, дифференс. Все. И почему он здесь это не сделал? Ну ладно, сейчас мы тогда по-другому сделаем. Во-первых, он чуть-чуть еще большеватый. Еще вот, вот так сделаем, так. Теперь пивот перебросим вот сюда. В курсор. Вот он. Скажем ему modify mirror по оси Y, X уберем и скажем apply. Вот так. Вот теперь это одно целое. И можем дифференс сделать из. И проверить. Потянуть это G по Y. Да. Вот, пожалуйста. Ну, только надо правильно все делать, да? Ровненько. Троечку. А и клику. Вот так. Вот так. Интересно, почему здесь этого не произошло? Так, странно. Перейдем в Edit Mode. Так, что за... ну правильно, мы пробили только одну. Ладно, мы тогда это сейчас удалим. И удалим. Это скажем, что нам нужен mirror. Вот и все. Теперь у нас полностью готово. То есть мы можем ставить это объединить в общий объект, сказать Ctrl-G. Ой, Ctrl-U, извиняюсь, вот. И теперь ничтоже сумнящись это передвигать как нам надо. Допустим, Shift-D, ну, пошли сюда по оси Y. Ну, посмотрите сейчас, как это будет точно.
сбоку лучше это наблюдать. И вот есть у нас отверстия эти, они как раз будут нам ориентиром.